В настоящее время эпидситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Брестской области благополучная. Во многом это обусловлено принятием своевременных профилактических мер, в том числе успешно проведенной вакцинацией населения. Охват прививками против гриппа составил 38,8%, что как бы достаточно высокий показатель. В том числе большую долю в это внесли работа с предприятиями. Но все-таки нужно быть начеку, и при появлении любых клинических симптомов заболевания необходимо обязательно посетить врача и строго соблюдать все его рекомендации. Многие ошибочно полагают, что грипп не стоит воспринимать всерьез и потому переносят болезнь, как говорится, на ногах. Медики предупреждают, что такая беспечность чревата серьезными осложнениями и проблемами со здоровьем в будущем. Следует помнить о иммуномодуляторах, стимуляторах. Не забывайте, народные средства. Однако, если какие-то симптомы появились, самолечением заниматься недопустимо, следует обратиться обязательно к врачу для правильной терапии дальнейшей. Привиться сейчас еще можно, но это уже не так эффективно. За 2 недели иммунитет выработаться не успеет. Защититься от гриппа сегодня можно барьерным методом. Например, поможет оксалиновая мазь, которой следует смазывать носовые проходы. А еще полезно пить настой шиповника и высыпаться. Тогда иммунитет будет готов к встрече с вирусом. Внимательное отношение к собственному здоровью, своевременное лечение и профилактика, здоровый образ жизни, большое количество витаминов, прогулки на свежем воздухе и позитивные эмоции. Несложные, но очень важные правила, выполнение которых станет гарантом здорового зимнего периода.